В нашем городе все больше уделяется внимание чистоте и состоянию как придомовых территорий, так и общественных. Акция «Молодежь за чистый город», в которой принимают участие подрастающее поколение Горловки, нацелена на приобщение ребят к решению экологических проблем. Сегодня воспитанники военно-патриотических клубов города Горловка, а также активисты общественных организаций приняли активное участие в уборке Короленовских прудов. Такая акция проходит в течение всего лета, то есть это не одно мероприятие, а целый цикл, и в каждом мероприятии принимает порядка 20-30 человек. В начале акции к юным жителям города обратились сотрудники МЧС, которые напомнили о правилах поведения вблизи водных объектов. Что пока вы доплывете, вы его задушите. Проще взять его возле живота. По возможности берите его под мышки. И таким образом плывете. Затем всем участникам раздали необходимый для уборки инвентарь. Отметим, что в период летних каникул ребята с удовольствием приходят в места отдыха горловчан и гостей города с благородной целью – очистить территорию от мусора. Я, как активист общественной организации «Молодая республика», являюсь неравнодушным человеком к чистоте своего города. Регулярно принимаю участие в акции «Чистый город». Наш город действительно очень красивый. На самом деле задача каждого из нас состоит в том, чтобы сохранить и приумножить эту красоту. Вот подобные акции, например, в очередной раз напоминают людям о том, как важно не сорить и выбрасывать за собой мусор. Как говорится, не место красит человека, а человек – место. Уважаемые горловчане и гости города, помните о правилах поведения. Не мусорите на улицах Горловки, ведь это место – наш общий дом. Анастасия Градинарова, Дмитрий Озорнин, 6 ТВ.